светло, уютно и, главное, наконец, тепло. Так после ремонта описывают пациенты поликлинику Красноармейской центральной больницы. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. В 2017 году Оксана Антонова закончила ординатуру по специальности терапия и сразу приехала работать в Красноармейскую центральную больницу. Мне нравится работа на селе, я сама выросла на селе. И есть программа «Земский доктор», которая поддерживает молодых специалистов, как я. Обшарпанных стен и щелей в рамах окон, из которых дуло зимой, молодой врач не застала. В прошлом году в поликлинике начали, а сейчас уже закончили ремонт. А вот ее пациентам есть с чем сравнить. В прошлом было темно, так холодно, зябко, неприятно. А вот сейчас светлые стены, светлый потолок, светлое помещение, тепло, уютно, хорошо. Нет мысли такой, то, что ну вот снова идти в поликлинику, где не очень приятно находиться. Сейчас вот совершенно другие ощущения. Нам, сельским жителям, очень трудно в Чебоксары добираться. А здесь, понимаете, видите, как красиво все. И чисто, и тепло здесь, и уютно. Поэтому даже лучше, чем в некоторых городских поликлиниках. Красноармейская центральная районная больница – это филиал больницы скорой медицинской помощи в Чебоксарах. На ремонт здесь республика выделила 5 миллионов рублей. Заменили окна, системы вентиляции и отопления, сделали косметический ремонт. Сейчас меняют лифты. Медицина современная – это медицина превентивная. То есть это возможность выявить заболевание на ранних стадиях. И здесь очень важно, чтобы пациенту было приятно и комфортно находиться в поликлинике. То есть его должно тянуть сюда. Далее в планах ремонт в поликлинике детской. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Атнер Корсаков, Республика.